ребята. Это все на выставке. Такой тесной такой компании. Три таких подонка собрались, а четвертый нас снимает. Ручки помахайте. Камеры у нас все-таки разные, по-моему. А Александр Генц разрешил себя снимать? Да. Я могу постфактум запретить потом. Ну, постфактум страйк кинешь такой. Зачем? Нет, а я... Я масочку такую сделаю. У вас есть разрешение? Я настолько медийная мразь, что я уже просто как бы вообще не обращаю внимания. Меня снимают постоянно. Не, ну мне же можно снимать. Можно, но вообще эксклюзивные права. Человек, который довел меня до YouTube. Тебе можно снимать все, что угодно. Кого угодно снимать. Мальчиков и девочек. Кстати говоря, Абдулла многих довел до YouTube. Он меня довел до YouTube. Да ты что? Где ты его взял? Ну уж это мне сделал мой прекрасный мастер Костя Миленин. У меня такого нет. Такого ни у кого нет. Дай посмотреть. Я их не видел. Ну это очень маленький. Но это нож. Да. Мы же въезжали вчера, я не видел. Тебе повезло. Да. Вот. Да. Как он сказал, ну, как называется? Из опилок сделал. Да. Я его назвал хлопиком назвал. Я его назвал Латанчик. Латанчик? Да, Латанчик. Хорошо, да. Круто. Вот он мне много классных ножей сделал. Ёлы палы. Поздравляю тебя с первым миллионом просмотров. Ой, да, спасибо, спасибо, спасибо. Ты крут. Я стараюсь. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Вот только-только зашел, сейчас еще ничего не видел. Нет, я не про это вообще. Как ты там? А, вообще прекрасно. Полгода я был не на родине. Меня очень сильно рвало на родину. И вот я здесь, я снова с вами. И вырвало все-таки. И вырвало на родину. Я снова здесь, я снова с вами. Отлично. Вот еще шейничек принес. А, ну ты шейничек мой видел, часовой-то. Шейный нож часовой. Опять же, то, что мне... Раз сказал, давай, доставай, показывай. Костик. Люди-то не видели. Костик сделал. Я же снимаю. И у меня в офисе стоит еще один его нож на часовую тему. Угу. А теперь серия ножей на часовую тему. Часы-то настоящие или так? Нет, это так, бутафория только. Здесь речь в ноже. Вот ты часовщик, скажи мне, пожалуйста, почему у музея Арктики и Антарктики, моего любимого, есть здание рядом слева, и там часы, и они не ходят? Не знаю. Шикарные часы, старинное здание. Как это? Пусть приносят в ремонт, мы починим. Нет, они размером, наверное, с тебя. Ну, нормально, не больше, чем те куранты. А, ну да. Которые мы делали. Там уже их не принесешь, надо туда лезть. Залезем, будем. Ну, любимые шейнички. Красивые часы там. Часы реально. Офигенные. И ты знаешь их, да? Я знаю, конечно, но я все городские часы знаю. А, просто я обратил внимание случайно вообще, прям так, как током долбанул. Из фильма, знаешь, «Назад в будущее», вот эти часы, раз, они стоят ровно на 12. Такое-то время, они молнии ударило. Да. Ну там не факт, что уже еще что-то внутри есть, как обычно. Ну, да. Стрелки приклеили и все. У меня был проект, я пытался с городом договориться, но город сказал, денег нет, вот если есть, вот вам список всех городских часов, чините сами, ищите спонсоров, там, инвесторов. Понятно. У меня просто столько денег нет, вот ремонтировать все городские часы. Да, ты мне его показывал. Показывал, да. О, да. Я помню. Это прошлогодний, да. Красавец. А есть еще большой. Это красавец. Есть еще большой такой, ну... Шестеренки-то настоящие. Да. Запаянные ваши. Да. То есть вот серия ножей на часовую тему. Такой очень удобный шейничек. У меня тоже есть нож. У тебя? Да. У тебя-то откуда? А я сейчас тебе покажу, угадай, что за фирма. Дорогой. Но. Дорогой. Ух ты. Ну, давай, все. А я. Давай, угадывай. Не, я не этот, я же не настолько крутой специалист. Как бы ты мне часы показал, я к тебе не глядя угадал. А с ножами нет, с ножами никак. Часы у меня только в телефоне. Электронные. Слушай, ты знаешь, что я пластинки сейчас слушаю за полем? Да, видел твои ролики. О, это что-то с чем-то. У тебя новое, это самое. Да, хобби. Новая любовь. Да. Новая любовь. Это что-то с чем-то. Такая музыка. Я просто мимо нее, вот, Советский Союз. У тебя была идея сначала с колонками, я помню, со звуком. Ну да. А теперь они, я так понимаю, все совместились. Теперь они играют то, что они, надо. Они нашли друг друга. Да. Винил и колонки. Именно с винил они играют хорошо. Ну, класс. Сиди, ну, так похоже, классно, конечно. Классно, что у нас, как нас с тобой называют, старики-разбойники. Старики-разбойники, еще да. Есть какие-то желания и есть чего-то хочется. Чего-то еще хочется. Чего-то еще хочется в этой жизни. Это классно.
Ладно, сделай пока-пока. Ребята, пока-пока. Пожелаю удачи и все такие дела. Всем удачи, все на выставку. На выставку приходите. Классная. Интересно, я еще не осмотрелся. А я тут, пошли смотреть. Пошли, я давай. Ну говори. Что, гастроли? Я такой есть, кстати говоря. Очень хороший. Да, напишите. Да. Очень удобно. А так не пойдет. Он, видишь? Он остается. Это хранитель. Да. И все. Знаешь, как удобно одной рукой? Сложил, выложил. Ну да, ему удобно резать. Я им все время люблю коробки. Машину берут, спасатель. Не дай бог там, чтобы не подбило. У тебя машина есть? Рукой. Машина есть, только прав нет. А у меня права есть, а машины нет. Но права я сам себе выписал. Да, я, пожалуй, вот эти сниму. Нет, прикольно. А мерзавчики, да. А вон этот, он с сердечком подсними его. Вот. Смотри, какой прикольный. Вот он. Ого. Мне вот эти понравились. Да, эти, да, мерзавчики. Да, я казался, да. Проходит неделя, говорит. Виктор. Вернее, он не то, что сам захотел мне нож подарить, я ему немножко намекнул, потом еще, он сказал, да на тебе, бери, я монету уже отдал, кстати говоря. 84 раза намекнул мне, что ему очень понравился нож. Он не выдержал. Виктор, добрая душа. Да, Абдулла, держи тебе такой подарочек. Ой, осторожно, не урони только. Вот, все-таки я себе монетку. Спасибо. А монетку, да. Ой, из чехочка. Счастливый обладатель мерзавчика. Я теперь счастливый обладатель мерзавчика. Я мечтал о маленьком ноже, который можно носить где угодно. Никто его не отнимет. Вообще никто, да. Никаких претензий. Зато всегда им можно что-то открыть. 40 тысяч ничем не отличается. Только нет морды на ноже. Вот этой вот морды. Спасибо, Виктор. Это королевский подарок. Да, я этот нож буду все время. Я все время буду его носить с собой. Ты классный. Спасибо. Носи на здоровье. Опять же ногти чистые. Да, если что, так и можно что-нибудь отрезать. Даже яблоко почистить. Яблоко, да. Трудно, но можно. Райское. Это вообще супер. Точно. Китайское яблочко. Райское яблочко можно почистить райским ножом. Спасибо, Виктор. Ну все, мы тебя нагрянем с Виктором. Увидимся, да. Да, и будем метать, я надеюсь. Однозначно. Поснимаем. Мне Артемка вчера топоры прислал. Ага, Дмитрий? Да. Понял. Да. Какие? Свои? Свои, да, вот эти. Архитриклин. Архитриклин. Ну, понял. Классно, я попробовал просто пару раз. Летают. Чисто летучие приезжают. Я пробовал их тоже. Симпатичные. На выставке. Да. Но он мне какие-то свои ручной работы, не фабричные. Когда он эти топоры обрабатывал на станке, что-то я ему хотел что-то такое расспросить. Он говорит, не мешай. Вот он все очень тщательно делает. Ну вот он сказал, чтобы ты на него не злился. Я на него не злюсь. Вот. Виктор, когда это на кого злился? Я вообще ни на кого злюсь. У меня злости нет. Нет в природе. Не-а. Просто на меня злятся, я просто, чтобы их не раздражать, стараюсь не общаться. Да. А если ко мне нормально, так я... А, ну, значит, ты меня еще терпишь. Терплю. Ладно, все, пока увидимся еще. Хорошо. Это я ставлю в ролик про выставку. Ну, ставь, конечно ставь. Приглашаю в гости. Пошути что-нибудь. Пошутить? А что тебе пошутить? Не, мне надо сообразить. Я соображаю. Потом еще вот я сейчас пару кругов сделаю, потом пошучу. Хорошо. Есть, ладно. Одна шутка, надо вспомнить. Понял. Бой, это режет много. Ну, примерно какой уже? Ну, 17-25. Ну, все, вы что же? Я ты с собой что-то тащу. Конечно. Я вот что-нибудь будешь делать. Я не. Как вот ты сумеешь его? Угол заметить нас уменьшить. Что там угодно? Давайте его ножом. Здрасте. А? Дай им ножом. Каким ножом? Да. Давай любым. Толстым, тонким. Подождите. Вот этот, по-моему, красивый. Давай. А что будете делать? О, нет. Ой. Ну, начали нет. Он уже затупится. Ничего не будет. Не может быть. Это сталь R-18. Быстрорез. Вы. Подождите, можно покрупнее взять? Еще раз монетку, а? Давайте нормально 5 рублей. Это маленькая, но. Она маленькая, неудобная. Сейчас. Нет, на фокус, чтобы поймал. Угу. Так, и чего теперь? Он же, наверное, затупился однозначно. Это что, вы его все еще тут?
Это железо, да? На, пробуй. Согнешь гвоздь, он нож твой. Ну как, не могу. А если я использую инструмент? Да и дурак, с инструментом вызывай. Я же подкалываю, а как же? На, согни. Ну как, ну как? Вот ты не тот рычаг берешь. Что, подождите, а я не снял, как это бумажка? Давай, давай, давай. Вот. А ведь режет. Что будет-то? Ух ты. Завод наш. Что же ты, как R18 быстрорез? Да. Вот. Надо мне попробовать. Сними, я сейчас гвоздь-то согну. Ты же знаешь, мою жадность. Так, а в коленку-то можно, наверное, да? Нет, это дурак, в коленку загнёт. Ты что, руками надо загнуть? А в пузы тоже нельзя? А? Что? Я говорю, а в пузы тоже нельзя? Кончик. На сколько градусов согнуть? Полностью сгибай. Что, вот так вот ложишься? Так это же складной, сделай складной гвоздь. Что-то он не гнется ни хрена. Алмазька. У меня не гнется. Виктор, помогай, давай, согни. Тебе надо не пластинки слушать, а гири тягать. Блин, это гвоздь. Я сейчас, да, я сейчас пройду. 250 миллиметров. И вот он реально его, видишь, рубил, резал. Нет, двадцатку, наверное, 200. Нет, 200-то я знаю. 250. Частенько в руках держу. Что ж такими гвоздями делать? Вот он тебя 300. 300, да, я знаю тоже. А что такими гвоздями? Коль валую, знаете, Коль валую, Коль-то? Да. Мой клиент постоянно, он приходит и людей приводит ко мне. Сам-то он гнет. Эх ты. Как он где-то, он так рубает. Не, мне кожу жалко, я бы согнул, конечно. Конечно, согнул бы. А ты что смеешься, между прочим? Коленку пока никто не видит. Я в коленку-то не согнуть, ни хрена. На удельный метро живет. Слушай, я в коленку тоже не согнуть. Крепкий. Зайдешь, что ли? Да. Очень крепкий. Вот, попался. Где вход? Я освободил. Виктор, да, что-то не дали в этот раз возможность. Надо было какой-нибудь гвоздь. А ты что, нож напополам перерубил уголок, что ли? Ну, вот я беру, дыру ножом, вот. А уголок что-то загнешь, то вообще тут, ну, тебе 10 уже продал. Ну да, при моем весе 65 килограмм, только уголки. Откуда вы приехали, это с какого города? Нижнего Новгорода. С Нижнего Новгорода? Ага. Круто. Как вас звать-то? Вячеслав. Вот мой. Вячеслав? Вячеслав Александрович. Вячеслав Александрович. Ага. Вот визиточка. Надо же. Спасибо. Ладно, это мы запомним. Это рабочие ножи. А сколько они стоят, такие ножи? От 1500 до 4000. Так это и недорого. Ну, адекватно, да. Слушай, да. Может, и подальше. Ну, по таким ценам не найдете нигде такого качества ножа, никогда. Ну, да. Слушайте, а какая это у вас обработка, какая-то секретная, наверное? Ну, кованые вещи, какая секретная? Ах, кованые? Конечно. Есть основа из столетки. Да, это пруток. Вот и все дело. Кованые. Есть пруток, а есть лист. Лист, он везде одинаковый. У вас хитрость в том, что вы наковали. Здесь нет одинакового ножа, не может быть. А, то есть каждый уникальный получается? Конечно, не найдешь ножа, чтобы были один в один. Не найдешь. Круто. Ну ладно, спасибо. Это я в YouTube выложу. Отдельным роликом. Да, есть. А? Ну да, увидим, лайкнем. Да. Хорошо. А миллион Абдулла мой канал. Все, спасибо вам большое. Виктор, ну что, ты созрел? Чё знаю. Надо купить тебе обязательно. Надо посмотреть. Потому что тут, по-моему, действительно какие-то очень интересные. Ну, достойно, да, давай посмотрим. Что надо положить на чего? Ковка. Это ковка. Че, это все, вот это все ваше, да? Слушайте, а тут много. И кухонники такие же, что ли? Да, кухонники уже стали. А сколько же кухонник стоит? Маленький вообще 500 рублей, маленький кухонник стоит. Будет маленький 500 рублей. Я, пожалуй, хочу. По 1000 осталось, куда 1000 осталось. По 1000. А маленький мне можно посмотреть? Конечно, какой-то? 500 вот рублей, да? Надо убирать, они все разные. Угу. Все разные. Не все разные. Виктор, я созрел. Ну, вот я тоже. Ничего лишнего нет, смотри, Кась, смотри. А как же его потом точить-то? Мужики, вот есть алмаз военные заточки, военные, ну, армейские. Это армейские ножи. Вот. Раз провел, два провел, больше ничего не нужно. Вот. Пару раз по алмазке провел и все. Это с любого Элмакса, с любого этого, вот этих там, куда там, если из Вианос, там с прошлого встали, сушку снимаешь.
Я той порошковой сталью, ты не можешь делать, как я делал, я пробивал-то. Все монеты улетели, все. Она эти, да. Давай. Да, ну куда ты не забыл? Не дай твоя. Я тебе для рекламы насыплю. Давай. Ну, нет, нет, неудобно, маленькие они. Да. Насквозь. Насквозь. Уй! Ну, насквозь. А можно мне тоже монетку пробить, а я ее с собой давай возьму потом. Не-не, у меня своя. Да, я вам дал твои ваши. Не, просто стол немножко так сильнее ударить бы, но это ваша нитька. Нет, вот. Мою пробейте, я ее себе на память. Все равно, что... А это потом. Деньги посыпались тебе. Но стол амортизирует. Все, давайте эту монетку, я ее сохраню. Осторожно. Вау. Надо и кочку. Все, спасибо. Я в другой карман даже положу. Так, ну давайте тогда. Значит, рабочий тоже, как сотой тоже. Ну, дайте мне надо. Да, слушай, вот я смотрю. Ну вот видишь. На коде кочек. Нету. Я не знаю, что снимать или нож выбирать. Подправить уже. Молодец. Сколько стоит такой?